Сейчас мы в Юрмале. Это улица Сурайбек. Это фонтаны. Как эти фонтаны называются? Так и называются фонтаны. Фонтаны славы? Я? Не надо. А почему? Не хочу. Я просто наблюдал, как вот здесь. У меня же вода холодная. Потрубите. О, нет, греть еще будет тут. Нет. Что вот за там? Понял. Да, у меня тоже понял. А что вы снимаете? Я репетиции свои снимаю. А кто вы? А я бард. Автор исполнитель. Приходите к нам в клуб. Куда? На Ломоносова. Вот с сентября. Первая и третья субботы в 2 часа бесплатные концерты мы даем. Ломоносова один? Один, да. Балтийская международная академия. Когда вот снимешь, ты видишь фальшь всю, и в голосе, и в движении, что ты там неправильно делаешь. А раньше не наблюдал, там, какие мимики лишние, и там, облизывание губ. Они же работают, над ними работают люди. Вот я хотел Майданова увидеть, и Дятлова. У Дятлова уже концерт идет. Я его уже не увижу. А Майданова, ну где он тут, я не знаю. Так у нас уже новая волна прошла? Такой, нет уже новой волны. Вот это фальшивая? Да. Это, а их много фальшивых теперь будет. Вот украинский фестиваль здесь. Потом все звезды, сольные концерты. Лайма дала.